Да, вот мы здесь с 8 по 20 сбор, заключительный этап подготовки к Спартакиаде. Все восьмерки готовятся, и олимпийцы, и участники чемпионата, и призеры мира, и чемпионы России. Все готовятся. 19-го вылетаем, и 20-го, с 20-го проходим мандатную комиссию и примем участие в Спартакиаде. В основном ребята готовятся на спартакиаду, вольные бои, на снарядах работа. А у кого-то УФП уже с целью подготовка на Россию именно. Поэтому здесь у каждого своя работа.